А вы знаете, что бывает практичная нежность? Вы в этом сомневаетесь? Так не сомневайтесь. Ведь именно покрывало элит – это практичная нежность для вашего интерьера. Так, это же как такое вообще возможно? Мягкость, нежность, да еще и практичность. Ариночка, ты сейчас все увидишь. Посмотри, какое у нас покрывало, как оно переливается, какой у него густой ворс. Ты видишь, что меняется прям даже цвет, потому что очень хорошо набит ворс, он очень густой, и именно поэтому меняется окрас. У меня вообще ощущение, что в твоих руках не покрывало элит, а роскошная норковая стриженная шубка. Вот правда, ощущение меха, причем не покидает меня ни визуально, ни тактильно. Арина, я с тобой согласна, но не зря ведь наше покрывало называется элит, потому что это действительно элитное покрывало. Ты посмотри, пожалуйста, да, какой у него выбитый еще и дизайн. Это очень дорогостоящие технологии, хочу тебе отметить. И изготовлено это все у нас еще ультрастепом. А вот резной дизайн, да, можно так его назвать. Резной дизайн действительно, это фантастика, Арина. И такие покрывала в магазинах стоят, ну, во-первых, найти его не так-то просто, но не так давно я встречала похожее покрывало, и оно стоило, Арина, 9000 рублей. Ты меня слышишь? 9000 рублей, а у нас 1999 рублей. Вот это я понимаю, удачно заглянули на территорию проверенного качества и самых выгодных цен. 4 цвета на выбор. Катюш, предлагаю познакомиться. Я уже определилась. Я люблю сладкое, поэтому коричневые оттенки лично мне напоминают вкус. Вкусный, глубокий, шоколадный оттенок. Королевский цвет, хочу отметить, потому что именно шоколадом ранее украшали дворцы. На кровати у нас песочно-желтый цвет, очень благородный. Знаешь, Арин, мне он напоминает такой жемчужно-бежевый оттенок. Хочу отметить, что это еще модный цвет нового сезона. Ну и классика жанра в моих руках – это классический белый оттенок. Сделает интерьер более свежим и легким. Арина, но это еще не все. Ведь четвертый цвет у нас на диване. Посмотрите, давайте им полюбуемся. Редкий оттенок, благородный, статусный, пурпурно-серый. Мы его сейчас увидим. Но уже сейчас можно брать в руки телефон, вооружаться и делать свои заказы. Ведь это первое появление в прямом эфире, а значит, Катюш, будет настоящий ажиотаж. Такие предложения надолго у нас не задерживаются. Ариночка, я даже не сомневаюсь, вот я лично для себя приобрету сразу два цвета, потому что я очень люблю комбинировать интерьер. Мне очень нравятся различные дизайнерские задумки. Вот поэтому два точно приобрету и, возможно, еще, конечно, классику жанра белый цвет. Мой выбор – это бежевый, и мой выбор – это пурпурно-серый, такой очень богатый оттенок, хочу отметить. Арина, но я говорила еще про практичность нашего покрывала, что бывает еще и практичная нежность. Так, и вот тут возникает много вопросов. Когда мы говорим о мехе, мягкий, приятный, фактурный, мы себе не можем представить, что такая красота может быть еще и практичной. А вот ты, Ариночка, представь, ты видишь, насколько он нежный, насколько он мягкий, а теперь тишина. Вы посмотрите, железными зубчиками по меху. Но ничего, я провожу рукой, и все в порядке. Все идеально, со стежкой все хорошо. И с мехом, Арина, ничего не произошло. Потому что, как я сказала, это практичная нежность. Вот, посмотрите, на расческе ни единого волоска. Качество, которое вы только что проверили лично вместе с нашим экспертом в прямом эфире. Хотя же мне очень нравится этот густой ворс, который следует за рукой. Вот ощущение статусности, ощущение богатства, ощущение тепла, оно не покидает покрывало элит ни на секунду. Ну, Арина, я с тобой полностью согласна по поводу статуса, потому что действительно меховые изделия носят в интерьер особый статус. Статус изящества, статус шика, но идея делает, конечно, интерьер более богатым и более таким, знаешь, такое дворянское гнездо. Да, посмотрите, какая красота. Мягкость, плюшевая фактура, приятные прикосновения, еще и практичность. Но я обнаружила секрет, что у нас есть вторая сторона, и мне сразу становится удивительно. Я теперь не знаю, какую все-таки выбрать. Ведь посмотрите, вторая сторона, Катюша, она тоже красивая, она вся фактурная, вся в вензелях за счет стежки, да? Но стежка, я смотрю, тут тоже необычная.
Дариночка, это не обычная стежка, это мой секрет, который я преподнесла специально для вас, ведь наше покрывало двухстороннее. То есть, с одной стороны, у нас очень нежный декоративный мех, а вторая сторона у нас из микрофибры. Да, продемонстрируй, Арин, пожалуйста, свою сторону. Вот он, глубокий шоколадный оттенок, выбитый вензеля. Арин, хочу еще акцентировать внимание на размере. Ведь у нас единый размер, но какой? 250 на 220. И это все по такой цене. Двухстороннее покрывало. 2000 рублей. То есть, Катюш, каждая сторона нам, по сути, обойдется менее 1000 рублей. А речь идет о двустороннем предложении. И ведь каждая сторона у нас функционально и задействована. Абсолютно верно, Арин. Можно постелить и одну, и вторую стороной. Все зависит от того, какого эффекта вы желаете добиться в своем интерьере. Ой, посмотрите, как это эффектно. Катюш, ну я вот подумала о том, что такое предложение может быть сложно с уходом, ведь две стороны, мягкая фактура, очень приятная на ощупь. Ариночка, я с тобой полностью согласна, но чем уникален декоративный мех, он неприхотлив абсолютно в уходе. Он будет легко стираться, Арина, внимание, своей стиральной машинке. То есть дома домашний уход? То есть дома домашний уход. Не потребуется химчистка, экономим и деньги, и время. И украшаем свой интерьер. Создаем поистине элитный дом. Ой, элитный дом. Статусность, солидность, богатство. Посмотрите, как это красиво. Это одно и то же предложение. Две стороны, две абсолютно разные фактуры. Меховая, плюшевая и практичная из микрофибры. Вы можете менять внешний вид вашего дома хоть каждый день. Это легко сделать с покрывалом «Элит» и с телеканалом «Шоп энд Шоу». Менее 2000 рублей, и выгодное предложение уже украшает ваш дом. Арина, ну не забываем, да, что у нас 4 цвета на выбор. Это классика жанра, белый цвет. Это коричневый цвет, такой глубокий, шоколадный. Это также бежевый оттенок и пурпурно-серый. Полноценная цветовая гамма для любого интерьера. Но я, как эксперт, рекомендую приобретать минимум 2, да, чтобы комбинировать. Арин, но уникально то, что наше покрывало еще и двухстороннее. Это декоративный мех, который добавляет статуса вашему интерьеру. А также вторая сторона – это микрофибра. Единый размер, но какой? 250 на 225. Укроет ваш диван, укроет вашу кровать и подчеркнет ваш изысканный вкус. Но что очень важно, стирать вы будете покрывало в своей стиральной машинке на деликатном режиме 30 градусов. Но это же здорово! Кто сказал, что красота обязательно должна быть сложной в уходе или непрактичной? Только не с телеканалом Шоп энд Шоу. Ведь мы разрушаем стереотипы. Вы получаете больше, а платите меньше.